Все, готовы? Всем привет, доброе утро. Собираемся в школу. Я же тебе говорю, застегнись сначала, а то сейчас куртка у тебя раскроется, когда будешь одеваться. Давай. Еще прохладно утром, пока ходим в теплых куртках. А днем зато плюс 18. Ксюша убежала утром. 7:30 еще. И с кем я пойду? Сам пойдешь? Сам с Каролиной. Угу. Ну так, дойдешь до дороги, потом сам пойдешь. Готов? Молодец. Шапочку. Каролина, автобус. Не холодно тебе будет так? Нет. Точно? Нет. Все. Смотри, что он сделал. Он разлил воду. Филька, ты что? Я его... Ты наступил на него, что ли? Я наступил вот тут. На хвост. Пока. Все, пока. Я не видно ничего, отсвечивает, я не вижу, где-то мокро. Все, вытерла вроде. Ну что, дети мои, чем будем заниматься? Только не разливай больше. Понял? Какое солнышко сегодня. Ты уже погуляла? На солнышке позагорала? Целится. Сейчас прыгнет. Опа, вот так. Нет, сюда ты запрыгивать не будешь. Давай. Смотри, какой, а? Обратно. Вот. Так, хочу сварить вот такие вот макарошки. Я уже один раз такие варила, они очень вкусные, только форма другая была. Хочу запустить робота, чтобы он помыл полы. Водичка есть. Поменяю я тряпку. Тут. Так, подожди, куда он поехал? Мне нужно ему задание дать. Мытье полов в гостиной, все правильно моет, только у нас сейчас же мебель по-другому стоит, плюс еще ковер лежит, поэтому нужно ему опять обучение, в общем, отправить на обучение его. Филь, тебе интересно, да? Уже посидел на нем сверху. Сейчас он перезагрузится немножко, потом опять поедет. Пынечка там на улице ходит. Ксюша первая пришла. В общем, Ксюша делает плакат на тему, как это называется по-русски?
Урод! Страшилки. Страшилки. Нарисовала какую-то страшилку. Вот сюда еще давно клеить надо. Угу. Сделали мы вот такую вот гармошку. Всем очень понравилось, это все трогали. Да? Вот эта штука еще такая подкрывается. Сюда можно что-то написать или наклеить. А, тут вот такие вот. Тут тоже написать что-то вот сюда наклеить. Так, у меня уже соус почти готов. Я сейчас отдельно сделаю. Макарошки отдельно сделаю с яйцом. Для Каролины, Макса и для бабули. Просто сюда добавила яйцо, сливки. И сейчас так вот все перемешаю. И все. Я уже посмотрела, где можно сюда добавила макарошки сразу, перемешаю, чтобы они были горячие. И все. Сегодня папа наш поехал на машине, потому что хочет приехать пораньше и газон покосить. В прошлый раз так и не успели. Там не только сахар, там еще лимон. У бабушки кризис, она телефон свой потеряла. Она не знает, куда она его положила. Ну, тут бы. Много. Так, все, пойду я работать, монтировать влог, выкладывать. Сейчас он тут меня на кухне помоет. Посуду я потом беру в машинку. Сегодня в обед ни у кого нет занятий. Так что все дома. Все дома. И Филька дома, и Бонька дома. Я что-то не пойму, это что за перестановка у нас тут? А? Без меня. Он еще и поместился. У меня тут не открывается тумбочка, но ей тут все равно вещи не нужны. Ну хорошо. И еще меньше места тут. А у тебя там что теперь? Так, а у Ксюши тут пусто. Не густо, не густо. Это постирать надо, да. Ну вот это ты папе скажи в субботу, если получится в эту субботу выбросить. Просто он же работает, он же работает. Она тут все. Она доставала свою одежду, это ее одежда. Не знаю. Это мне нужно в подвал убрать в сумку, в чемодан. Зимнее все убрать хотела, еще не успела. Сейчас я влог домонтирую, потом буду убирать. Мы сейчас будем делать блинчики. И мне нужна тарелка, я ищу тарелку. То есть... Я буду делать просто так, как я умею. Ладно, вообще-то мы еще добавляем сахар ванильный, но у нас его нету. Яйца же нужны еще. Так, 3 яйца. У нас что есть другое? Там можно еще добавлять, если будет сильно густо. Ну зачем я это? Просто можем вот так. И все, empaket hat 200 грамм. Сахар нам нужен полстакана сахара. Все, вот. Какова? Я буду делать шоколадную колбасу. Сливочное масло сначала надо. Вот сливочное масло. Молоко 100. Ты можешь сядешь, что ли, да? Макс, осторожно, иди. У вас тихонка сядет смерть свои столовые ложки. Хозяйки на кухне. Одна тут готовит панкейки, другая вообще... шоколадную колбаску. Что ж так я вам наступлю? Скроссы. Скан скроссы. Ладно, давайте, я уже почти закончила. Подожди, можно попробовать?
Тут написано. Прогрейте масло на паровой бане, но растворение всех ингредиентов не добавите их до кипения. Не довести до кипения. Главное, чтобы масло... Масло растаяло, все, сразу снимаешь. Там дырка. Там еще одна дырка, я думаю, заклеила. А все, уже перемололи, зачем тебе нет, дальше? Нет, еще, мам, это 100 грамм где-то. А, ну возьми новый пакет. Вот это еще надо. Давай быстрее. О, как новый. Это Ванечка, как мы стримеры. Девочки, надо было сначала... Девочки, надо было все сначала на кухне убрать, потом готовить. Я знаю. Давай я ее поймаю. Каролина, я ее поймаю. Найс, ухнул. Ай, как это так сложно. Прыгай, прыгай, давай, давай, прыгай. Прыгай, прыгай. Папа. Мама. 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 А. 600 грамм. Сколько? 600 грамм печенья, плюс еще сколько этих масла? 500 грамм масла, да? Нет. 200, 250. Да, 200. Не 200, 200. Мед не добавляла? Мед? Да. Не надо мед добавлять? Не знаю, мне было в рецепте. Только у Ксюши суховато получилось, пришлось добавить молока. А машинки-то чистые. Ой, я не чувствовала. Угу. Это когда мута. Угу. Что-то нужно в фольгу заворачивать, но фольгу, ой, не фольгу, а эту пленку пищевую. Она ее не оказалась. Вот это так вот конфетку. Такая вот конфетка у нас. Ты уже давно на нем не каталась? Ты не разбейся здесь. Поехали. Мало места здесь. Осторожно с полом. Иди, Ксюша, я уберу сама. Иди, я уберу. Мама, не все могла одеться. Ну иди, одевайся. Видишь, почти закончила, только это все. Ты вниз туда спустись на парковку, там должен быть скейтборд. Здесь будете возле дома. Все так можешь, что это следует? Я их тут имеет. Ушли. Я дальше буду убирать. Так, Лео пришел. Травку уже косит сразу. Высокая. С прошлого года не кушаны. Что интересно, но она здесь растет хорошо. А здесь вообще не выросла. Такая осталась короткая. Видимо, совсем, наверное, другой сорт травы. Или там Бонни у нас удобряет травку, поэтому растет. Ксюша так говорит. Так, ну а я пока помою окна. Кто-то тут у нас мячик пинал в окно. Это Ксюша, скорее всего, она у нас любитель попинать.
А ты что, упала? Куда? Давай. О, Бонька там гавкает. Где она там? На кровати сидит, не видно. Нет, она на столе, мама, ты шо? Да, привет. А, точно она там на столе. А, вот она. Давай. Там в горку получится. Хрясь. Все. Заворачивай. По кочкам. Подстриг газончик. Бабовой. Не получилось у Ксюши колбаса. Но она все равно вкусная. Да, она вкусная, но она суховатая. Мне кажется, она слишком много печенья добавила и мало масла. Нужно было как по рецепту. 500 грамм, значит 500. 400 грамм, значит 400. Сколько 400 надо было? Если я делаю по рецепту, значит не Ксюша. А кто ты? Ксюша не делает по рецепту. Тогда не получится. Ну, я знаю, просто... Ну, я тоже, бывает, делаю не по рецепту, по-своему, потом не получается. Ну, у тебя всегда вкусно получается. У меня всегда говно какое-то. Это же только 100 грамм было. Ну, 100 грамм больше добавила печенье, уже сухое получается. Нужно было больше масла и больше молока чуть-чуть. Колледж блок. Это чье? Я сюда спихлу. Твое? Это мое. Я сейчас шубихлу. Да. Фу, я сейчас... Let's go. Так, куда ты на стену там брызгаешь? Макс купается, Каролина уже покупалась. Нет, мне не надо. Не надо. Так, вот, ребят, кто спрашивал про наш принтер, который печатает фотографии. Вот, смотрите. Это Canon селфи. И вот такая вот модель. Вот он печатает фотографии. Волосики помыли? Вот она сегодня пришла с улицы, они у нее все пыльные. Пыли в песке. Я стараюсь ей не сушить волосы феном, чтобы они сами высыхали. Редко когда сушим, если надо прям вот срочно, то тогда да, так они сами по себе. Что-то тут прям запуталось сильно. Подстригаться не хочешь? Нет. Вот. Просили, чтобы я показала, каким шампунем моем голову. Вот Шаума. Шаума либо Эльсеф. И вот такая вот маска тоже хорошая. Мне очень понравилась. Такой вот спрей для расчесывания легкого. Тебе пока не надо, у тебя хорошо волосы. Когда начинают путаться, я на кончики брызгаю. Это масло такое. На кончики брызгаю и сразу распутываются. Такую не тугую. Слабенькую косичку. Все, чистим зубки, собираемся спать. Все. Такси. Нет. Делай. Ксюнчик, давай. Что? Ничего, спать. Я ему палочку вчера повесила, чтобы он ее догрыз. Он ее догрыз. Ну что, ребят, на сегодня влог буду заканчивать. Спасибо за просмотр. Всем пока. Спокойной ночи. Всем мира и добра.